Всем привет, ребят! Мы на аккаунте моего подписчика Энура. Сегодня у нас коллекционер. В принципе, коллекционер такой себе, честно скажу. Меня что-то он не особо цепляет. Но, в принципе, можно собрать ледяного осколками через, так скажем, годик. Такими темпами, как у нас запускают коллекционера. Ну, в принципе, за 3 фида. Опять же, вместо 10 камней дают какого-то фига один. Зажрались. Так, Люцифер 207-817, почти меня скоро догонят. Неприкаянные души, знакомая гильдия, очень-очень даже знакомая. Первые, вторые места, кидайте заявочки, вступайте, молчаливые заявки не принимаются, БГ обязательно. Вот так вот. Так, окей, смотрим аккаунт. Накопленных 76к, неплохо. Let's go дальше. Так, Розалинда, понятно. Фрейя, Трифит, Командора, ПБшка, Ледяха, Рибит, Асура, блин. Перед этим две Фрейи вытащили. Поехали, посмотрим на его героев. Так, отличный, Ворожея, Мудрис нормально. Варлок нормально, Гаргул нормально, Ронин топчик, топчик, топчик. Ну, хватает, я вам скажу, пятерок у него, смотрите, ремочка, ну, вообще просто огонь, как по мне. Вопросов практически нет. По талантикам, так, хорошо. Ну что, поехали начинать это доброе дело. Я даже не знаю, 150-250. 450. Ну, давай, рандомчик, покажи нам. Как выбить недостающих героев? Их очень мало. Ну, хотя, может, что-то упадет с новых. Так, отлично. Смотрите, нифига себе. Что это было? Мохнатка. Мохнатка, ребятушки, мохнатка. Я что-то так проскочил вообще. Что-то я не вдуплился, не вкурил вообще. Ну, оно у него есть. Можно, в принципе, даже не вкуривать. Так, окей, Валентина. Добрый вечер, Валентина. Так, студеный. Купчик. Ну, не знаю, честно скажу, новая анимашка как-то меня вообще не прикалывает. Ну, давай, блин, рандомчик, заклинательница была. Там еще кто-то был, по-моему, не особо имба. Ворожей. Блин, ну, круто падает. Но оно ему все нафиг не надо. Я думаю, он бы рад был недостающему герою, чем 100 таких. Так, и того, что мы имеем, 70к. В принципе, я бы не сказал, что особо топово. Поехали в райд. Так, окей, let's go. Смерть, ну, блин, такое. Скуп, Рино, одержимый, нифига себе. Чтобы так без донатом падало, да? Каждый день. Дед Мороз. Еще один Дед Мороз. Офигеть. No comments просто, ребят. Так хорошо начиналось. И чё оно дает мне эту дичь всякую? Нафига мне они? Вот скажите, еще Асура.
Ой, ребят, прям рубит, рубит. Надо как-то активней рулить эти слизни. Сидишь такое, только чики залипнул. И тут такой добрый вечер, Валентин, добрый вечер. Так. Ну, не знаю, такое себе. Какой-то шарпотреб. Так. Проснись. Все, проснулся. Let's go. Прям сидишь такой, вот это после вчерашнего, блин. После вчерашней стримхаты. Просто тупо отрубает. Да что это за фигня? Опять ринул. О, ничего себе, три оборотня. Это просто ужасно, ребят. Это просто ужасно. Хоть мы и собрали все, но я думаю, что без траты, ну... Я бы не заморачивался над этими призами, честно говоря. Ну, это дело и выбор каждого, но... В реале они нафиг не нужны. Так. Тут такой полусонный сидишь, практически засыпаешь, заходишь на аккаунт, смотришь героя и охреневаешь просто. Думаю, вы тоже охренели. Так, что тут у нас коробка, то-то-то. Ой, ужасно. Ребятушки, надо с вами прощаться. Просто тупо видос залипания. Ну хотя, в принципе, очередной трэш. Чувак такой рассказывает. Просто тупо вырубается. В общем, ребят, такой вот роллинг. Не буду я его тянуть дальше. Реально, бля, просто вырубает. Пишите комменты, что вы думаете. Поздравляю. Не понял. Еще разок. Не втыкаю, так, осу. ББшку мы выбили. Да ну нахуй, ну чё, блядь. Поздравляю, я аж проснулся. Охренеть. Вот то чувство, когда ты спишь. Во время роллинга, ребят. Новая тактика. Новая тактика на роллинге. Просто надо тупо уснуть. Я не знаю. Я, честно говоря, потом пересмотрю, но это реально жесть. Так, ну-ка еще кто там у него. Надо таким закумаренным играть. Так, Рибит, Асура. А я Командор отлежит. Что могу сказать? По-моему, это было эпически. Проспал роллинг. Это просто жесть. Тупо такой ролишь. Тут герой, герой выпал, и ты такой, ёбаный в рот. Что же с ним делать? Так, ну вроде все. Не знаю, вроде больше никого таких не пропустили. Короче, такой вот роллинг веселый получился, знаете, сидишь, вырубаешься, ни хрена не соображаешь, потом просыпаешься, херась, у тебя есть недостающий топовый герой. В принципе, круто. Ну что, поздравляю еще разок. Лепим лайки, репостики, подписки, все дела, не забываемся. Все, всем удачи, всем пока.